Ребятки, всем привет, с вами Александр, легенда Дракономании, и у нас Питая, была у нас какая-то другая, Бегония, это у нас Питая, еще Петуния, еще, короче, много чего, в общем-то, осталось там 19 часов до конца акции, вот у меня, короче, да, вывелась Питая, давайте ее покормим по-быстрому, то есть у нас стихии, свет, свет, зелень и ветер, то есть кормим, давайте сразу на 20-й, она у меня в жилище... света, то есть может нормально денег приносить, потому давайте будем кормить на 20 левел хотя бы. Так, похоже на тюленя. На тюленчика на какого-то. Так. Ой, так, блин, скриншоты пока глючат. Будем делать скриншоты по старинке. Можно даже пансионат переименовать. А почему я отсюда не могу ее заколдовать? Что за непорядок? Дичь какая-то. Дичь, что там по характеристикам? 6 на 3 500. Ну, совсем немного на 20 уровне. Так, давайте заберем котел. Фигня попалась нам. В котле попалась нам какая-то фигня. Давайте сразу зайдем вот сюда. Вот эта вот акция, она шла очень долго, да, но я что-то на нее, короче, втыкал. А, так здесь тупо все сражение. Вообще очень интересно. А какого уровня нужна Питая, чтобы пройти эту штуку? Ну, в принципе, у нас есть чем. А, вот тут в чем дело. Здесь вот такая вот фигня, да? Ну, я, естественно, далеко не успею дойти. Оно тут будет нарастать. Тут, наверное, чтобы это все пройти, нужно дней так 4-5. 5, короче, до недели, наверное. А, и главный... А какой главный приз у нас тут? Ну, мы сейчас еще, конечно, один ход пройдем. Вот это вот, да, цветущая ярость. Это главная награда, я так понимаю, да? Так, здесь мы выполнили уже тоже неплохой кусок. Может, даже успеем выполнить эту всю акцию целиком. Так, что это у меня жилище недокачанное? Какой непорядок. Непорядок. Так, ой, так, у нас же клановые дела идут, точно. В осаду! Кстати, накормить дракона. О, так, мы уже что-то уже выполнили. Дворянин, рыцарь. Ну, то есть очередные хламовые ненужные драконы. Так. Давайте будем дальше штурмовать. Прикольно, да? Дракошка. У нас он, по-моему, никогда не стоял на клановом событии, я не помню. Чтобы мы им сражались. Так, что у нас тут по времени? Так, ну мы конкретно проигрываем чуть ли не в 3 раза. Сколько на это еще акций? Еще 2 дня. 2 дня есть, так что, ребята, может мы что-то там это того. 24-го грязь кормить, да вы шо, с ума посходили. Давайте кого-нибудь 17-го мудреца покормим. Повыполняем немножко эти задания. Блин, я золото в жилищах только что все собрал. Но ничего, мы это легко повторим. Так. Еда на фермах я тоже собрал. Ну, золото можно, в принципе, да, будет. Пингвин покатился. Пингвин покатился. Так. Пособирать чего-нибудь. Так. Ну, на самом деле, я вот здесь, в принципе, могу пробежаться. Я думаю, как-нибудь там нашкребу. Там 90 тысяч. По вот этим всяким божественным жилищам. Тут самые такие ядреные драконы мои. Вкачанные. О, тут уже, он, смотрите, по 3000 уже есть жилища. Сейчас мы быстро насобираем. Так, ну уже где-то близко должно быть.
Эх, ручной режим. Так, ладно, пошли сюда. Наконец-то выполнил. 90 тысяч. Вот так бы настоящие деньги зарабатывались, да? Пошел, пособирал, и все готово. Это мы не будем, вот это поставим. А, в принципе, хватило, можно даже еще и поделиться. Никому не надо. Но вроде никто не просит, ладно. Разберемся с этим делом. Как-нибудь попозже. А, 4 минуты там сейчас не прошло, пока я тут собирал. 42 секунды. 42 секунды, ребята, прошло. Так. Ну, я буду сначала прокачивать все жилища. Наверное, на следующий уровень вот здесь. Блин, ну чё легендарный нельзя прокачать? Хотя все равно, наверное, это было очень дорого и неадекватно. Так, тебя есть куда двинуть? Двигать? В пансионат? А если не в пансионат? Ветер. Вода или ветер? Нужно освободить место в воде или ветер. Это вот сюда. Так. Не ты. Не ты. Вот это же надо, самый сильный вкачанный дракон находится здесь. Обидно, досадно. Так, что у нас тут? Ветер. Ветер, ветер. Ветер или вода? Ну, блин, ничего нет, мест свободных, елки-палки. Надо будет удалить. Здесь 24-й. Это у нас ледышка, да? Ледышка, ледышка. А, это я его спутал. Я его спутал с этими драконами. Вот, что-то с рубином и этим. Ладно. Потом буду разбираться. А какого уровня он? Чё, блин, я не успеваю посмотреть. Ну да, 9 минут, там 15, 30, час, 2. Нет, тут, наверное, да, ну неделя минимум нужно, чтобы пройти. Да, ну а вот дракон цветения. Эпик 67, ну такой слабенький. Но стихии хорошие. Так, ну давайте тогда мы заглянем вот сюда. Буквально боёчек один сделаем, может два. Так, 54-й на все звезды. Давайте заглянем. Вот это вот он. Прикольно, кстати, да, нам попался. Вот этот парень. Но он всего лишь на один уровень нас мощнее. Да, мы потеряли мы почти все здоровье на нем. Так, 4 уровня. Блин! Чё ж ты такой крепкий оказался? Разница в 4 уровня целых. Да, беда, ребята, беда. Противники дальше идут слабые, да, но беда в том, что я не смогу его пройти, как мне кажется. Ну вот пригодился и роллер наш вкачанный. Так. Прикольно. Еще у нас есть все шансы пройти. Точнее, не есть все шансы, а мы прошли. Монах в конце. Забавно получилось. Хороший сундучок. Вот так вот, нежданно-негаданно. Так, давайте смотреть, кто у нас там еще может попасться. 52-й. Отлично. Нам подойдет под листик.
Листик, листик, листик пойдет. Так, ну вот здесь вот, да, большая уже была разница, здесь тоже разница хорошая. 5 уровней. 9 уровней. Так, вот здесь уже пожестче. Даже вот так. 3 удара. Мощная стихийка была. 1 уровень. Ну, в смысле, 1 удар. И тоже лихотня. Легкие противники сейчас попадаются. Так, идем дальше. 53-й на все звезды. Допустим, мы возьмем вот тебя. Пустота. Посмотрим. 53-й. 51-й. Ну тут крепкие такие ребята, да, идут. Ну ладно. И это далеко не самый сильный у нас тут, да? Они, то есть, будут расти по уровню, да? То есть сильнее, сильнее, сильнее. Сорок один лям, ё. Так, 53-й. Ну, тут так справимся. Блин, а. Вот не мог ты выжить. Ну, печаль, беда, ребята. Не дотянем мы. У него вряд ли там был последний какой-то слишком слабый. Чуть точку не хватило нам. Ну, 51-й. Блин, ничего не могу ему сделать. Эх, беда. Так, ну вот 53-й попался нам. И возьмем факела. Ё-моё! Я ж факела хотел взять. Взял архангела. И чё мне теперь с ним делать? Блин, ну я же не пройду. О, кстати, это наша цветочная эта дама. Блин. Я что-то думал, что мне уже не осталось просто драконов, и так не глядя тыкнул. Но не, надо выходить, там у него же 53-й сильнейший. Да, мы бы дальше не прошли. Блин, это ж так глупо получилось. Давайте вот выберу трабло. Но это все из-за того, что, блин, картинок нет. А, я ж факелом уже посражался, то есть мне уже неким сражаться. Чё-то я куда-то разогнался. И опять 994, что ты будешь делать? Ладно, ребятки, давайте заглянем еще сюда. 9 минут не прошло. Ладно, тогда все, всем пока.